эфире телеканала ННТ «Новости Дагестан». В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями. И вначале коротко о главном. Тарифы растут, качество падает. Что думают жители столицы о повышении цен на проезд в общественном транспорте, смотрите в самом начале. Болеть нельзя, вакцинироваться. Где ставить запятую, сейчас многие бы поспорили. Но наша съемочная бригада обратилась к специалистам за ответом. Бактерий больше, чем песка. Роспотребнадзор запретил купаться на 5 пляжах республики. Подробности в рубрике «Дайджест». Теплые встречи, объятия и море эмоций. Дагестанские паломники вернулись домой из хаджа. В Махачкале все же подняли цены на проезд в общественном транспорте. Теперь за поездку в маршрутке жителям и гостям столицы придется платить не 27 рублей, а 32. Новая стоимость начнет действовать с 1 июля. Пока неизвестно, все ли компании по пассажирским перевозкам повысят тариф. Однако, по словам специалистов, такое решение связано с подорожанием текущего ремонта автомобилей, топлива, масел, специальных жидкостей, а также с увеличением зарплат водителям. Большинство жителей столицы отнеслись к этим изменениям негативно. По их мнению, качество услуг не соответствует ее стоимости. Заполнено чересчур бывает, тоже там пройти 6 месяцев не бывает, они еще цену поднимают. Хотя бы чуть прохладно было бы, там еще можно было поднять цену. Но несправедливо я это считаю, сделали они. Честно говоря, плохо, потому что и маршрутка должна в первую очередь соответствовать по этим ценам. Но имеется в виду хотя бы кондиционер, чтобы сиденья были удобны. И чтобы так заходили тоже, чтобы соответствовало количество мест и количество пассажиров, чтобы было, а не так, чтобы толпами стояли. Неправильно, потому что есть население, слои населения, которые, например, студенты, да, которым тяжело как бы, да, это будет оплачивать. Поэтому я считаю, если поднимают цены, то нужно сделать для какой-то категории населения льготным, да, проезд, чтобы была скидка вот какая-нибудь, чтобы было не так тяжело. Всегда наш народ справлялся с этим, в принципе. Каждый раз вот, какая бы проблема ни была в жизни человека, ну, они для того и даны, чтобы с ними, да, что-то делать, да. Плохие новости и для жителей Ленинкента. Для них стоимость проезда из поселка Махачкалу и обратно составит 35 рублей вместо 30. Изменения вступят в силу с 28 июня. С утра перевозчики расклеили такие объявления в своих салонах. В Дагестане наблюдается рост заболеваемости эпидемическим паротитом и корью. С начала года зафиксированы сотни случаев. Специалисты объясняют такое положение дел массовым отказом от вакцинации. Большинство попросту не изучает вопрос углубленно и предпочитает не обращаться к врачам. Моя коллега Салия Магомедова продолжит тему. Асият Хизриева попала в инфекционную больницу с 7-летним сыном Ахмедом. У обоих подтвержден диагноз – эпидемический паротит, именуемый в народе как свинка. А началось все с того, что у мамы и ребенка поднялась температура. Я вообще обратилась по другому поводу в больницу. И нам надо было до утра остаться в больнице. Вот уже ночью у нас температура поднялась. Нас многопрофильно сюда перенаправили, потому что у него температура поднялась и начали подозревать паротит. Сам по себе он как-то слабый ребенок был. Аллергичный. Как-то побоялась, думала, какую-то реакцию даст. Ну, вот так и не стала прививаться. Но сейчас жалею, что не прививалась. Обход медицинского персонала по несколько раз в день. Таков сейчас уклад жизни маленького пациента. Судя по ответам, Ахмед уже чувствует себя намного лучше. Что, болит голова у тебя, Медик? А? Не тошнит? А животик как? Не болит животик? Тоже не болит? Все хорошо, да? Врачи говорят, эпидпаротит и корь – это вакциноуправляемые инфекции. Следовательно, избежать заражения можно, но при помощи прививок. Однако ими зачастую пренебрегают. В итоге страдают и взрослые, и дети. Вот и на сегодняшний день у пациентов болезнь протекает в основном в тяжелой форме. Мы видим только осажденных, кто тяжело приносит. Легкая форма, они обычно не обращаются в поликлиники. Поликлиники даже не ходят, они сами спрашивают у соседей у кого-то и лечатся самостоятельно. А отказываются люди обращаться в медучреждение и вакцинироваться, потому что боятся осложнений после введения лекарственных препаратов. Или же не вникают в суть вопроса. Здесь уже могут активизироваться так называемые антипрививочники, которые агитируют население на отказ от коллективной иммунизации. С ними врачи сталкиваются постоянно и проводят разъяснительные беседы. Это надо исходить от того,
Почему ты привычник? Что послужило причиной, то, что я ты привычник? Кто-то вас уговорил, или вот это услышал, это начинает. Прививку делают, бывает, не обследуют детей, делают, такое тоже ситуация бывает. Лишнее сделают, это тоже, конечно, галочная методика, когда лишнее сделать и отчитаться, это тоже неправильно. Не всем прививки, конечно, можно делать там, и все индивидуально подходить. Надо элементарно обследовать, показать специалисту. Потому что безопасность проведения прививки – это основной аспект при иммунизации населения. Здесь необходимо исключить любую вероятность возникновения осложнений. Нами совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан проводятся лекции о безопасности проведения иммунизации населения с последующим контролем знаний и привлечением медицинских работников, ответственных за проведение иммунизации. За прошедший и текущий год нами не зарегистрировано ни одной жалобы на ошибки врачей при проведении иммунизации, которые повлекли за собой поствакцинальное осложнение. Чего не сказать о вопросах. Больше всего население интересует, законно ли отстранять от занятий в садиках и школах непривитых детей. Отвечаем, законно, в случаях, когда в таких учреждениях образовался очаг инфекции. К слову, получить необходимую информацию о вакцинации дагестанцы могут по номеру телефона горячей линии Роспотребнадзора Республики. Его вы видите на своих экранах. Салия Магомедова, Шамиль Хириасулаев, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Три моряка, заперты на горячем корабле, еще один оказался за бортом. Такова легенда учений, в которых задействовали сотрудников МЧС России и Каспийской флотилии. По замыслу, в машинном отделении загорелось дизельное топливо и распространился огонь. Из-за этого несколько членов экипажа попали в зону риска, и персонал вызвал спасателей. Прибывшие на место ЧП специалисты поднялись на танкер с катера и потушили условный пожар. Их миссия осложнялась тем, что действовали они в условиях нулевой видимости и при высоких температурах. Несмотря на это, всех пострадавших доставили на безопасную территорию, где им оказали первую медицинскую помощь. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Далее в эфире обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Махачкалинец хотел, чтобы люди больше времени уделяли семьям, а не ходили на концерты, из-за чего заминировал некий объект на главной площади города. О бомбе он рассказал по номеру телефона экстренных служб 112, когда в столице шел праздник. Информация не подтвердилась, злоумышленника поймали. Против него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, задержанному 43 года. Троих наркокурьеров задержали в Дагестане. Все они граждане Таджикистана 26, 22 и 16 лет. Адреса закладок, по словам самих подозреваемых, они получали от так называемого куратора в мессенджере. Далее, расфасовав товар на малые партии, мигранты закладывали вещество по Дербенту и Дербентскому району. Две реки в Дагестане внесли в перечень внутренних водных путей. Речь об Сулаке и Аварском Кайсу. Теперь предприниматели смогут законно осуществлять коммерческую деятельность на объектах. Уже проработаны основные маршруты следования судов. По данным экспертов, это также обеспечит безопасность при перевозке туристических и экскурсионных групп. В прошлом году во время прогулок на катерах зафиксировано 5 происшествий, в которых пострадали 8 человек. Основными их причинами было игнорирование требований закона при эксплуатации транспортных средств. На 5 пляжах Каспийска запретили купаться. Роспотребнадзор проверил городской прибой Джами «Черные камни» и «Оазис» и выявил там высокую концентрацию бактерий. Ротавирус, кишечная инфекция и прочие малоприятные микроорганизмы обнаружили в пробах. При этом чистый пляж в Дагестане все же найден. Им оказался Гуксу в Каякенского района, где вода и песок соответствуют санитарным нормам. На родину вернулась первая группа дагестанских паломников. В аэропорту Махачкалы их встретили родные и близкие. На святых землях Саудовской Аравии они находились около 2 недель. За это время они выполнили все обряды хаджа. Подробнее о сюжете моих коллег. В аэропорту Махачкалы сегодня особенно многолюдно. В Дагестан возвращаются паломники с большого хаджа. На родине их ждали теплые объятия и добрые пожелания от родных и близких. Было сложно в моменте, но после того, как мы все закончили, конечно, наступает легкость и ощущение того, что ты совершил. А какие были сложности? Ходить много пешком и все, не более. В этом... И осознавание того, что ты лежишь, все лежат на поле абсолютно одинаковые. В храмах и напоминание о судном дне.
На святых землях паломники, которые первыми вернулись на родину, в Саудовской Аравии пробыли около 2 недель. За это время им удалось посетить исторически значимые места и выполнить все обряды 5-го столпа ислама. Конечно, не обошлось и без трудностей. Да, конечно, были сложности тем, что было жарко, тем, что кондиционера где-то не хватало, электричества было. Вот эта проблема была с жарой. В общем, все нормально, альхамдулилля. 1-2 дня потерпеть ради Аллаха – это не проблема. В этом для нас благо. Наоборот, то, что какие-то испытания, трудности. Это, посредством этого Аллах нас очищает. Альхамдулилля. Все Аллах примет от всех и Аллах. Из Дагестана в хадж в этом году отправилось чуть больше 10 тысяч человек. Всех обслуживала компания «Марва Тур». Отметим, что последний рейс с паломниками на родину из Саудовской Аравии запланирован на 3 июля. Хамзин Нурмагомедов, Шамиль Хириасулаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. С выбором определились уже давно и направили все силы на поступление. Таких абитуриентов подавляющее большинство среди поступающих в Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммада Арифа и медресе при вузе. Условия, которые предлагает образовательное учреждение, в высшей степени комфортные. Бесплатное обучение, проживание, питание и спортивные секции по разным видам спорта. ДИУ располагает несколькими корпусами, которые расположены в разных районах Дагестана, и везде созданы хорошие условия для студентов и их преподавателей. К нам поступают абитуриенты не только из Дагестана, также из разных регионов нашей страны, даже из Дальнего Востока. Наш вуз сотрудничает с разными образовательными организациями, в том числе и с Дагестанским гуманитарным институтом, с гуманитарно-педагогическим колледжем и так далее. Наши студенты могут обучаться здесь и параллельно получать светские знания по другим направлениям в этих вузах-партнерах. Прием документов и в женское, и в мужское отделение ДИУ осуществляется по адресу улицы Дахадаева, 136. Приемная кампания продлится до 25 августа. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире.